Две выступают в женском одиночном катании. Это старшая, Виктория. Тренирует их мама. И, собственно говоря, на Skate America, она выступала в этом году на одном из этапов Гран-при. Skate America, она заняла 3-е место. Такой у нее был результат. Как раз таки она соперничала на Skate America с Алисой Чизни, с Каролиной Костнер, и вот заняла сама она, Виктория, 3-е место. Сейчас не знаю, насколько ей удастся вклиниться в тройку призеров, учитывая, что этапы Гран-при приближаются к своему завершению, скоро ждет финал. Сейчас перед этим минуты было. Ну, сорвала двойное вместо тройного сделала. Еще один каскад. Так, группа участников, где да, уже даже вращение имеет другой уровень. Другого уровня совершенно просто. И скорость, и количество оборотов оставляет совершенно другое впечатление. Ну, Виктория вообще такое очень женское катание, очень мягкое. Thank you.
закончила свою программу Виктория.